Часто мы сталкиваемся с проблемами, которые не могут решиться сами по себе. Мы начинаем зацикливаться на них и забываем про все радости жизни. Депрессия – это очень распространенное заболевание, от которого страдают 20% вообще людей, живущих на Земле. Чаще всего, конечно, ими страдают, этим расстройством дети, подростки. 15-40% от всех депрессий – это детские депрессии. И ему сложно порой бывает решать какие-то ситуации. Обиды, расставания, какие-то сложные ситуации в школе, дома с родителями, со сверстниками, потому что он начинает активно общаться в различных группах подростковых. Все эти перечисленные проблемы негативно отражаются на нас, и мы боимся поделиться ими с самыми близкими людьми, задаваясь вопросом, а вдруг не поймут? Можно сказать, что нерешаемых ситуаций нет. Есть просто неумение ребенка решить ситуацию, и нет рядышком человека, который помог ему. Но в любом случае, всегда, если ребенок или подросток пошире посмотрит, да, то он увидит всегда рядышком человека, который готов ему помочь. Вообще, само по себе депрессия – это сужение угла видения. Да? Человек начинает зацикливаться в проблеме. Он думает об одном и том же, его мысли становятся негативными, которые снова вызывают негатив. То есть вот такой заколдованный круг. Вырваться из него можно. Освободиться из этого замкнутого круга можно, посмотрев на ситуацию с другого ракурса. Может быть, проблема во мне, и стоит задуматься над своим поведением. Что нужно сказать теперь? Что проблема есть. Я чего-то не понимаю. Или меня кто-то обзывает, меня кто-то бьет, или ко мне плохо относится. Нужно сказать себе вот что. Первое, что что-то происходит со мной. Как бы констатирует факт, что что-то не так, мне это не нравится. Часто ведь дети, они эгоистичные, это нормально. Они считают, что они все правильно делают, а все остальные ненормальные, да, они все его обижают, обзывают и так далее. Может быть, он где-то заносчив, горделив, высокомерен. Это тоже, в общем, нормальные качества характера любого человека. Но может быть и так, что проблемы со сверстниками возникают из-за того, что вы просто отличаетесь от них? Есть разные способы. Можно сказать себе «да». У меня сейчас нет этих возможностей, хотя подростку очень сложно согласиться с этим. Ему хочется сделать, как у всех, потому что у подростков есть такое стадное чувство, что как это, у Маши есть, а у меня нет. Что нужно сделать? С этим обратиться к своим родителям, сказать, что «мама, вот мне хочется, например, такую-то юбку. Сейчас это очень модно, и мне бы тоже хотелось. Давай мы каким-то образом с тобой попробуем решить этот вопрос. Да, у тебя сейчас нет денег, но давай попробую я каким-то образом заработать. Я буду делать то, что ты можешь мне, например, оплатить, например. Я буду там с утра до ночи, например, убираться, там, гладить, например, помогать тебе. То есть я могу заработать на это. Конечно же, возникают ситуации, которые мы просто боимся рассказать своим близким, боясь их расстроить. Но из такой ситуации есть выход. Если у подростка или у человека не хватает возможности, не хватает смелости прийти к психологу, то в нашем клину есть телефон доверия. 588-97, и есть бесплатная общероссийская линия телефона доверия 8-800-2122. Ребенка всегда выслушают, поймут и поддержат его решение, могут сформировать вместе с ним выход из данной ситуации. Так что, друзья, знайте, что вас всегда поймут и услышат. И любое препятствие в вашей жизни – это испытание, пройдя которое, вы становитесь сильнее и лучше. Начиная грустить, посмотрите за горизонт вашей проблемы, и вы увидите яркое и светлое будущее. А если вы считаете, что с проблемой не справиться в одиночку, то всегда найдется тот, кто вас поймет и поддержит. А главное, помните, жизнь прекрасна, и любую проблему можно решить и отпустить, как этот воздушный шарик. Алена Масленкина, Илья Тимофеев. Специально для программы «Мой клин».